Друзі, всім доброго дня. Це друга серія про Honda, Honda Goldwing. До речі, хто не бачив першого, то тут десь залишу підказку. Дуже раджу подивитися, тому що хто не бачив першу частину, дуже незрозуміло буде, про що взагалі тут мова. Друга частина – це технічка, це про щеплення. І то, з чим штовхнувся я в цієї серії, хоча це було місяця 4 по тому назад, от дуже нараджу пройти такий шлях, котрий я пройшов. Починаємо. Еду сейчас вот это вот чудо черное, диво-дивное, снимать с себя таможенный контроль и, естественно, проходить таможенную очистку, растамаживать. После этого у нас будет такой пидстопный ремонт сцепления, если получится. Почему так? Потому что мне нужно ехать на сертификацию, мод плюс-минус нормальный, на нем уже катался в Польше. Там километров 50 накатал, но я уже понял, что даже на свежем масле оно начинает пробуксовывать, сцепление, начинает пробуксовывать несколько позже на прогретом масле, нежели на старом масле, но все равно начинает пробуксовывать. Короче, история может быть быстрой, а может быть пипец долгой. Сначала надо сделать такую легкую, восстановить сцепление, чтобы я хотя бы доехал до сертификации. Доехал до регистрации, зарегистрировался, вернулся обратно и при этом не кончил вообще сцепление корзины и все, что там может быть. Ідеальний план був наступний. Зранку приїхати на митницю, швидесенько розмитнитись, потім поїхати до хлопців, швидесенько прокачати щеплення, потім поїхати на сертифікацію і в цей день ще зареєструватися. Тобто зараз по часу, в події, там де відбувається, я повинен бути вже на сертифікації, але я ще досі на митниці. Нашел я еще один ключ, я сейчас решил располовинить вот этот вот один резанный. И вот этот вот я предполагаю, что он упал. Наверное, был когда-то оригинальным, но это не точно. И пробуем. Да. Ну, раз уже пошла такая пьянка, сейчас попробуем запустить. Короче, вот на таком состоянии он проехал где-то 800 с чем-то километров, ну до 1000. Несколько дней его никто не трогал. Даже без подсоса. Запустился. Сижу, общаюсь с таможенным брокером, и пишет он мне следующую штуку. В общем, ну, сейчас идет общение с таможней, и, естественно, сработала САУРа. САУРа, если кто не знает, это программа по считыванию зоны рисков. Так вот, пишет, в общем, ну, он бодался, в общем, Goldwing сильно модный мопед. За 92 год завозили по 4500 долларов. Ну, понятное дело. 4500 это уже состояние, наверное... Да нифига это не около музейное. 4500 это его обычная цена в Европе. Значит, самый минимальный платеж, самая минимальная цена, по которой завозили Goldwing в Украину, это 2500 долларов. Мы поставили 1500. Ну, напоминаю, купил я его за 3, хотел чуть-чуть сэкономить, но систему особо не налюбишь. Соответственно, мне нужно доплатить 12 841 гривну, чем сейчас и буду заниматься. В цей раз я хочу подякувати хлопцям, ну, ми в них тут застряли, насправді у них вихідний, хлопці заміна ламп і взагалі насправді сьогодні та робили світло, що там було. Тобто це те, що ми робили сьогодні, ви побачите, напевно, в наступній серії або через одну, я ще точно не знаю. А зараз ми повертаємось в Old School Garage, ну, мається на увазі, зараз ми на митниці, з митниці їдемо в Old School Garage для того, щоб прокачати щеплення і дуже велика ймовірність поїхати сьогодні на сертифікацію, хоча що з щепленням, отам воно знаходиться, ще невідомо на той момент. Їдемо дивитися. Я смотрю, я його так прицеп трохи прогнули этой штукой. Ну там не пластины, я как раз поставил его на ребро, но оно небольшое, но вот ему этого ребро, вот оно. Да, и все равно оно прогнулось. Ну посмотрим, сейчас может выровняется.
начнем, наверное, давайте с этого. Проверим на техническое состояние жидкости гидравлической, потому что она просто, в ней уже больше воды и воздух есть. Как он только прогревается вот на четверть хотя бы, уже там первая, вторая, едешь, даешь нормально ускоряться, он уже сразу проскальзывает. То есть тут вопрос не в жидкости, и сцепление у него... Не, я как бы, может быть, ошибаюсь, но сцепление у него начинается вот здесь. То есть не так, как вот где-то там, вот, например, вот здесь, а... Начинает трогать где-то вот здесь. Нет, выше. Вот где-то вот там, да. Е, пышем? Да. А куда мы пышем? Ну, микрофон. Микрофон. Короче, пролюбила одну тему. Треба було записати один дублик. Зараз я поставлю на лапку, бо ми вже собрались виїжджати, а я назвав щеплення і згадав. Короче, щеплення як працювало? Сюди дивимося. Отак от нажимаємо, і зараз воно... А, ну да, я ж на лапки стою. Короче, зараз сподіваюся, він запуститься, бо знову за бустером пойдемо, тому що ми його зараз з бустера запускали і посадили на габаритах. Раніше як працювало? Отак нажимаєш, і десь отут тільки воно починає чіпляти, тобто на самому прикінці. От десь отут. Зараз воно вже отут хапає. Тобто... Опа! Зальот! Не працює. Коротше, раніше отак, на половинку. Працювало, відпускаєш, і воно їде. І це не добре. Ну, ви ж тільки що їхали. Можете ще раз спробувати? Та ні, мені хотіло. Тормозная жидкость практически в идеальном состоянии. Такого уровня не хватает почему-то. Будем надеяться, что это не протечка. Чистил, сейчас попробуем прокачать, посмотрим, что оно даст. Сейчас по результату. Когда тормозная уже совсем. Ну, то есть, как говорится, на дне осела. Сейчас по трубочке, я даже не знаю, как это показать. Я покажу. Да. Присутствует из-за маленького количества тормозной жидкости в бочонке. Появился воздух. То есть вот он прекрасно возвращается. То есть есть надежда, что... Есть надежда, что до конца диски не убились, и мы сможем дать еще шанс покататься в прекрасный сезон. Не понимаю, как. То есть он же... если бы... Ну, оно не то, чтобы не до конца не выжимается, оно перетягивает, на мою точку зрения. И поэтому то, что пузыри есть, то хорошо, но только сцепление сейчас станет еще выше. И он буксовать начнет еще сильнее. Ну, тут немножко корзина сцепления устроена по-другому. Там фрикционы все время зажаты. И в момент, когда вы зажимаете ручку, правильно, они отпускаются. Ну, я зажимаю, да, идет нагрузка, и, соответственно, оно отпускается. И когда полностью опущено, то никакого давления нет. Поэтому это все будет до одного места. Ну, ничего, качаем. Просто, может, момент какой-то, в момент переключения передач, оно не успевает довыжаться и начинает буксовать. Вот такой шанс может быть. Да выжаться не успевает, очень маловероятно, потому что оно выжимается, да, и включается на пол ручки. Здесь, если бы можно было его как-то подвести, типа опустить, поднять. Посмотреть, какие там идут диски, чтобы сразу знать их part numbers. Потому что на дисках в любом случае ихнего part number нету. Я смотрел где-то у кого-то, чувак ремонтировал сцепление, он показывал, что там три типа разных дисков стоит в одном пакете. Да. То есть там диски А, Б и С. Да. То есть они все разные. Есть промежуточный диск, есть там даже пружина выжимная для промежуточного и основного диска. Грубо говоря, Фаридо и стальной диск. И желательно заказывать основные диски, потому что вот этот промежуточный С-диск, как называется,
он в основном не выходит из строя. И как говорит мне моя практика, он остается целый. То есть основные диски, первая пачка, которая отвечает за выжим и пробуксовку на горячую, они выходят из строя в каких-то там допусках, плюс, ну, допустим, 0,25 самый большой был. То есть он стерся, и была, грубо говоря, на нем тонкая каемка самого фрикциона. Все остальное уже суммируется. Чем больше на первом диске стерто, тем в последовательности оно уже уменьшается. То есть там 0,25, 0,20, и бывают даже первые диски в нулях, грубо говоря. Ну, чаще всего так бывает. Окей, прокачиваем, смотрим, повезет ли нам, но... Ну, мы надеемся на это. Я верю в сказки до сих пор. Ну, я в сказки не верю. Я верю до сих пор в сказки, потому что японцы, если пишут так, в такой последовательности проводить разборку, я ее выполняю полностью идентично. А сказка тогда в чем может быть? Что это помогает. В частности, процентов... чтобы покрыть японскую норму 50%, оно не помогает. Но если выполнять, как они пишут, вот обычно самый стандартный механик, ну то есть допустим я как это делаю, когда меня подгоняют, я прогоняю 3 бачка. Как бы меня не подгоняли, я прогоняю 3 бачка гидравлической жидкости, потому что я понимаю, что... 3, я бы даже 4 прогонял, потому что там мы видим тупо янтарную жидкость, а она там уже, а там светлая. Да, она вымывается. А в трубках остается вот этот налет, который только количеством прокачанной жидкости можно выгнать оттуда. Только так. Прокачиваем. После прокачки жидкости, ухода воздуха с системы, оно не дало результата, значит нужно разбирать и заказывать. Но преимущество этого, что мы сейчас добавили немножко, когда проедетесь, поймете, оно будет лучше выжиматься и, соответственно, будет лучше отключаться на горячую. Но вы пока можете заказать диски на эту модель по ВИН-номеру. И когда они уже придут, мы уже тогда сразу их разберем. Это одна из вероятностей. Есть мысль разобрать, снять диски, перемерить и оставить его здесь. И либо же заказать диски и сразу поменять их. Но это даст процентов, наверное, 80 результата. Но чтобы на 100%, это надо уже полностью разбирать, потому что может быть еще выжимной стерся. То есть там такая бабышечка, которая вставляется в гидроцилиндр. Но мы ее можем снять сейчас, мне кажется. Если она не закисла. Хорошо, тогда я понял, что мы сейчас прокачиваем тестовый заезд, все нагреваем его, и если не дает результатов, то мы разбираем. Окей. Доки робили хлопці щеплення, я їм пожалкувався на заднє гальмо, тому що його немає взагалі. Мені їхати на сертифікацію, і на мотоциклах я сертифікацію ніколи не проходив. Ну, взагалі-то на машинах перевіряють тормоза, а чи перевіряють їх на мотоциклах, і як їх там саме перевіряють? І перевіряють взагалі, або, можливо, вистачить лише фотографій. Всього цього я не знаю, тому ми ще додатково робимо гальмо, щоб не їхати 2 рази. В общем, поки за час я їздив прицеп, оставлял в нужном месте. У нас тут легкий подразборка. Надо достать рабочий цилиндр тормозной. Как оказалось, такая очень нелегкая проблема. Как раз вот этот час я потратил, можно сказать, с пользой. Вот этот чудесный тормозной механизм, рабочий цилиндр, находился, мягко говоря, не в очень хорошем доступе, учитывая, что одна из магистралей прячется за рамой. И, как я понимаю, японцы видели эту картину как? Будьте добры снять глушитель, открутить его с головы, снять все застаревшие, такие уставшие резьбы вместе с болтами и добраться до рабочего цилиндра, и после этого у нас будет доступ. Так как мы не любим портить технику в край, мы постарались его снять с максимальным геморроем, но с минимальными повреждениями. Как-то так выглядит он. Как говорит владелец мотоцикла, вы потратили на него час времени, но это было сделано, я вижу, совсем не зря. То есть по факту тяга была одета и все было нормально. То есть сама педалька, вот она, как по мне, как было усилие, так и... Да, тяга была одета, но единственное, что хорошо, что мы туда полезли, потому что шплинт на втулке, которая, грубо говоря, держит механизм тормозной, не присутствовал. Потому в любой момент вот этот механизм мог рассухариться, то есть, грубо говоря, выпасть из своего посадочного места. Здесь и все, уже... и тогда тормозов совсем не будет, а слова вообще? Не будет заднего контура, так как... И заднего, и переднего.
Ну как, останется только вот этот передний, который ручной? Да, ручной тормоз, да. Все верно. Потому в любом случае полезли мы не зря, потому что безопасность превыше всего. Будем дальше разбирать, смотреть, почему вышел из чата рабочий цилиндр. В принципе, будем надеяться, что завтра он будет готов. Оптимисты со стажем, это про меня. Есть надежда, что завтра поедем на сертификацию. Но это не точно. Это все зависит от того, когда вот открутится этот болтик и... Да, все верно. Когда открутятся все болтики, мы посмотрим, что находится. А, то есть надо три открутить, не один, а три. Да, вот это раз, два, вот три. Вот это старого образца жабка, которая отвечает за нажатие, грубо говоря, появление тормоза. Стоп-сигнала, да. Стоп-сигнал. Спасибо за совет. Да. Сейчас ставим назад пластик и делаем легкий тестовый заезд до определения дальших его судьбоносных решений. Ну все, колеса подкачаны, задние не спускают, передние спускают. Был ноль. Но мне понравилось, как мягко включается коробка. Очень мягко. Для этого года даже очень интересно. Ну, пробег я отслеживал, это его. Ну, в общем, тогда греем, едем. Греем, едем. Да. Все нормально. У сестрёчки задний ход. Ножка какая-то по асфальту сильно шкребет, когда закладываешь. Все закрыто. Нифига. Вот теперь закрыто. Ну, вроде... Не ножка, а глушитель. Глушитель? Правый, да. А чего? Ну, потому что, наверное, открутился, как не надо. Короче, от прокачки сцепления я реально охренел. Помогло. Не буксует полностью, прогрелось ни на первой, ни на второй, ни на третьей передаче. Пробуксовок вообще нет. То есть, если я по Бялоподляске там порядка 50 километров проехал, когда температура поднимается вот на одну треть, все, уже открываешь ему дырку, хотя нету два карбюратора, две дырки открываешь, и он уже начинает срываться, пробуксовывать, то сейчас вообще нифига, аж, ну, на первую он даже взрывается, ну, поднимается на заднее колесо, вторая гребет, третья тоже, хотя, я думаю, надо еще в глушителе эти дырки попробивать, для того, чтобы ему дышать было легче, будет мощности еще больше, потому что все-таки 1.5 литра, оно... Ну, типа едет, но не едет. Ну, короче, эффект достигнут того, что просто, сука, замена сцепления, жидкости сцепления, вот этой вот, которая там была много десятилетий, ну, последние 10 лет точно там никто не менял, точно 8 лет там никто ничего не менял. Вот оно стоит, она разложилась на фракции, как говорит Андрей. Я думал, стоял так, давай-давай, заливай мне, рассказывай. Хотя по факту нифига помогло. Честно скажу, я охренел, я обещал не ругаться. Так вот, решили сразу поменять и жидкость, ну, в смысле, пролить на задний суппорт, посмотреть заодно сразу, что с ним. А для того, чтобы это сделать, это надо снять задний левый кофр. Вот сейчас эта вся фигня снимается и быстро прокачаем, ну как быстро, я думаю, пару часов мы справимся и все, завтра на сертификацию. Ну, задних тормозов нету, и педаль полностью падает. То есть мы 3 раза прокачали, ничего не изменилось. Это реально очень плохой знак, потому что либо, я так понимаю, здесь самой тяги нету от педали до рабочего, либо же сам рабочий цилиндр, сцепление чуть не сказал, сам рабочий тормозной цилиндр, он все. Что-то мне подсказывает, что завтра хрен я поеду на сертификацию. Все в руках удачи, так что будем стараться ее просто стимулировать к более позитивному результату. Стимулируем удачу к позитивному результату. Привет, пацаны! Вы меня ждете? Так вот, хуй вы меня сегодня дождетесь, потому что сцеплению пи***ц, мотоцикл не едет совсем. Я охуевший и за весь день. Вот уже 5 часов вечера, а я проехал только 41 милю. Короче, ну его на этот мотоцикл.